Всем привет, дорогие друзья, с вами я, обычный эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о самом опасном критическом баге, который есть в iOS 13. Итак, на данный момент это является баг с паролями подотчетных записей, которые сохранены в Safari и тому подобное. Вам нужно будет нажать больше 5, а то и 10 раз, может до 10 раз на пароли и сайтов ПУ. У вас будет вылетать вот такое вот окно, вот видите, и без пароля Touch ID или Face ID заходят и показывают все ваши пароли. То есть, опять же, проверяем еще раз. Нажать один раз, оно не зайдет. Жмете несколько раз, так много, видите, и залетает, сразу же показывает все пароли. То есть, это самый опасный критический баг, который покажет все пароли от ваших сайтов, соцсетей, там кредитные карты и тому подобное, все, что вы запаролили, сохранили на вашем устройстве, поэтому будьте очень осторожны и внимательны. Не советую, конечно, обновляться сейчас, наверное, подождите, проверьте на следующих бетках. У меня сейчас бета 3 стоит, будет вот бета 4, не знаю, исправят, должны исправить этот баг, но это очень критически. Кто сидит сейчас на релизной iOS 12, сидите. Не переходите на бетку, лучше ждите сентябрь месяц, чтобы потом не было вот таких вот недопониманий, недочетов. Вот и так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик, не забывайте подписываться на мои соцсети.